Слушайте, какое это совершенно невероятное сегодня утро. Сегодня такие прям, как дождевые облака, тучи, я бы сказала, и посмотрите, какие лучи от них. В общем, красота. Ты меня ждешь? Ну до чего красивое утро, боже! Невероятно красивое. Луна погнала птичек. Нас застанет или мы успеем до дома добежать? Луняш, думаю, нам стоит поспешить, а то я, посмотрите, все еще с коротким рукавом, и тут такая тучища, я не могу идти домой. Мы просто наворачиваем круги по полям, потому что так красиво. Как можно уйти из этой красоты? У нас очень редко бывает такое небо. Уже сразу видно, что дело движется к зиме. Боже, я обожаю такое небо. Я так соскучилась по нему за лето. У нас летом оно белесое, никакое, без облаков. Вообще не голубое ни разу. Тут такая красота. Ой, Луна, посмотри, кто бежит. Подружка твоя. Иди играться. Играться? Давай. Посмотри, твоя подруга прибежала. Луна с ней не всегда играет. Так, когда вожжа под хвост ей зайдет, тогда играется. Ну, слава тебе, Бог. Слушайте, ну день вообще удался, я считаю. Лошадки. Луна уже подустала. Все, Луняша устала. Да, устала Луняша. Ой, Луняша, Луняша устала. Пришла искать спасение у мамы. Эта собака, она здесь где-то, видимо, живет в поселке, который здесь рядом расположен. И мы ее часто встречаем в полях. Причем Луна, она, как правило, с сучками не очень хорошо ладит. Ну вот с этой так периодически они играются. Иногда Луна просто как такая, как снопка проходит мимо. Хотя та ее призывает поиграться. Наша устала, боже мой, устала, боже мой. Совсем сил нету, совсем, совсем, да. И идем спасать. Ой, моя потенция, ой, боже мой.
допустим. Моя папуся. Ну что, пойдем домой? Нагулялась? Пойдем домой? У нас провожатая такая. Такое сопровождение у Луняши. Ты нас до дома проводишь, да? Ну, приглашай ее уже на чай с пирогом. Как раз пирог мы испекли вчера. Две бешеные лошадки. Тихонько, тихонько. Ты устала, да? Ты устала. Ну все, пойдем уже домой, пойдем. Кого-то опять придется мыть. Кого-то опять придется мыть. На Луну бешенство какое-то нашло. Что там тебе, в лапку что-то попало? Покажи лапку. Покажи лапку. Где лапка? Покажи. Что там тебе? Что? Что попало? Что? Мой умирающий лебедь. Ты устала? Ты устала, да. В этой лапке ничего. Все в порядке, малышка. Все в порядке. Пойдем потихоньку домой? Ну, полежи, отдохни, полежи. Ты устала, да, ты устала. Устала, девочка. Это все пристает к ней. А у Луны уже силочек нету. Луна, это похлеще кошмарика будет. Луна всем своим видом показывает, что все, отстань от меня, я уже устала, я хочу вырыть себе здесь ямку и отдохнуть. Вот эти малинуа, они просто ненасытные на игры. Они готовы целыми днями, у них энергия не иссякает. А Луняша не такая. Да, Луняша? Все, иди уже домой, иди уже, завтрак тебе готов. Уже котлеты стынут твои, иди уже кушать свои котлетки. Луночка, а ты куда собралась? Мы уже погуляли. Идем сюда, идем домой. Ну, девчонки, давайте, расставайтесь. Луняша, сюда. Луняша домой не хочет, сколько бы ни гуляла. Она идет вот в сторону полей, не в сторону дома. Посмотрите на этого плывущего просто рыба, которая медленными шагами, как на убой, идет в сторону дома. И все, подруженция пошла уже. Только сейчас они распрощались. Только уже перед выходом к трассе.
Давай уже, она еще по сторонам смотрит. Королевка моя. Луняша, я вообще-то тебя здесь уже полчаса жду. Бой. Элай. Сколько бы ни гуляли, неважно сколько и как бы весело не было, домой не хочется вообще. Правильно, что там дома, кроме кошмарика? Посмотри, ты вон в колючках каких-то, в грязючках. А, это грязючки, это не колючки. Понятно, ладно. Ты бы уже поняла, что тебя ждет, да? Душик тебя ждет на балконе. Пойдем купаться. Красивая такая собачка. Ну, день, я считаю, удался. Ты как думаешь, Луняш? Луняш, день удался? Мне кажется, Елена сказала да. Все, теперь спать до самого вечера, покупаться и баиньки. Все, чистенькая собачка, красивая, пойдет спать, да? Солнышко на балконе уже практически не бывает у нас, но плюмерия все еще цветет. Это очень красиво. Слушайте, у нас в этом году просто какое-то нашествие гусениц-палочников. Они прямо у нас так расплодились на многих-многих цветах. И нету с ними слада, это кроме как собирать вот так вот вручную. Выбрасываю их за борт. Мой помощник. Что бы я ни делала, кошмарька тут как тут помогает. Это, кстати, то самое удобрение, которым я обычно пользуюсь. Оно супер, просто вот невероятные вещи творит. Оно органическое, на основе морских водорослей. Сегодня я буду опрыскивать. Вот буквально пол крышечки я добавляю на пол литра воды. И прохожусь вот так по всем растениям. Важно, чтобы это было не на солнце. Ну, у нас сейчас с этим проще. Солнце уже на балконе, там, не знаю, утром иногда каких-то минут 15 посветит, и все. Все, мы ушли как бы на зимнюю спячку. Луночка ожила, прибежала. Здрасте, ты выспалась? Ты выспалась? Ну, молодец, отдохнула. А мы тут хозяйничаем с кошмариком. Видишь, он мне помогает. Помогает мне за цветочками ухаживать. Да, кошмарка? Помогает. Мы тут с ним цветочки опрыскиваем. Да. Идем, помощница, тоже будешь помогать. Thank you.